друзья, мы находимся на Poker Dome Anniversary Festival. Рядом со мной Роман Калатюк. Привет, Рома. Привет, Маша. Мы очень давно с тобой не общались, и в последний раз, когда болтали, ты говорил, что переехал жить в Сибирь. Вот расскажи. Начнем с того, что я и жил в Сибири, только в другом регионе. Ладно, на Алтае ты переехал жить. Да, ну, да, продолжаешь? Жил на Алтае. Ну, можно сказать, что да. Ты мне только что сказал, что нет, я уехала, я хотела на этом интервью завязать. Нет, ну просто смотри, мы поедем на Алтай летом, но сейчас, в настоящее время, я нахожусь, скажем так, там, где я родился. Вот, там и живу. Резиденция там, короче. Ну ладно, столько восторгов было. Я переехал на Алтай, а теперь живу в глуши, играю в онлайн-покер, никого не вижу за 20 метров кругом. Ну зимой я жил в Шерегеше. Это, ну, это там рядом с Алтаем, но это не Алтай, это уже Кемеровская область. Поэтому, как бы, ну что, это же прелести онлайн-покера, живешь где хочешь, делаешь, Рома, что хочешь. Да. Ты один из нескольких участников челленджа Толика Филатова и Артура Восконяна «Похудей до 1 июня за 100 тысяч рублей». Как у тебя продвигается? Осталось 5 дней. Да, у меня все уже готово. Это, наверное, единственная моя победа за последнее время. На серии как бы результаты такие, мягко скажем, не очень хорошие, но в этом, да, в этом я преуспел. Я уже... Тело важнее, чем покер, согласись. Ну, не тело, а здоровье, я бы сказал. Потому что здоровье. Деньги можно выиграть, а вот здоровье, если оно утеряно, то выиграть его уже сложнее. Поэтому как-то... Сейчас ты приехал на серию «Покер Дом». Как тебе поляна? Многие говорят, что она кардинально отличается от всех других серий. Твое мнение? Ну, мое мнение, что она не кардинально отличается. Поляна очень хорошая, как бы... Я вообще, если честно, не понимаю, как так, ну, как можно такие результаты показывать, ну, на такой поляне, как бы удручающие, мягко скажем. Ну, я многие раздачи там анализирую, да, я там где-то сам ошибаюсь, но как бы... Слушай, а есть какие-то самородки? Ну, серьезно, очень много новых людей, очень много новых людей в зале. Я бы не сказал, что прямо, знаешь, там какие-то, там новый Том Дван родился, нет, ничего такого нет. Как бы играют хорошо, играют плохо, все как обычно. Ты знаешь, ты как Воланд. Почему? Люди не меняются, все те же. Да, конечно. Все те же, только квартирный вопрос их испортил. Значит, ты у нас живешь в... Везде. Везде живешь... Ведешь аскетичный образ жизни и много катаешь онлайн. Какие успехи в онлайне? Как ты совершенствуешь свою игру? Как работаешь над ней? Хорошие успехи. Как бы в онлайне складывается достаточно хорошо. А как работаешь над игрой? Над игрой? Ну, разбираю раздачи, работаю с тренерами. Иногда смотрю повторы финальных столов. Ну, думаю, как и все. Кто лучший тренер всея Руси? Лучший тренер всея Руси. Ну, я бы очень хотел с Артемом Виженковым позаниматься. Тем более мы с ним почти земляки, как бы. Оба сибиряки. Я думаю, что, ну, у меня получится. Я его лично знаю, но мы мало общались. Ну, думаю. Ну, и Толя Филатов, само собой. Рома, мы за тебя будем болеть. Всегда желаем тебе удачи. И через 4 дня контрольное взвешивание. Я тоже участвую в этом адском челлендже. Все, да, взвешиваемся. Взвешиваемся. И потом... Друзья, оставайтесь с нами, мы продолжаем наши прямые включения с Poker Dome Anniversary Festival из казино Сочи.